Сэр Генри. Сэр Генри? А? Что? Скажите нам, с вами больше ничего необыкновенного не случалось в Лондоне? Нет. Мистер Холмс, я ведь только приехал в Лондон. Ах, доктор Ватсон, вы знаете, я ведь большую часть детства, юности провел в Соединенных Штатах, в Канаде. Там учился. Слушайте, у меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось, у тебя же ботинок пропал, а? Сэр Генри, ваш башмак найдется. Нет, я думал, может быть, интересно. Просто засунули куда-нибудь, и все. Нет, вы не подумайте, что мне жалко, джентльмены. Просто я только вчера купил их на стенде и даже ни разу не успел надеть. Вы выставили за дверь новые ботинки? Нет, они были просто светло-коричневого цвета. Я не очень люблю этот цвет, и поэтому оставил там записку, чтобы их помазали черной ваксой. Ну, черные, чтобы были. Но почему вы не купили черные ботинки? Почему, сэр Генри? А что в этом странного? К чему вы клоните? Что вы хотите этим сказать, доктор Ватсон?